Всем привет! Заказали с Алиэкспресса беспроводные наушники фирмы Zealot. Как-то я надеюсь правильно назвал. Вот эта модель B570. Именно закупил за двадцатку. Будем смотреть, насколько крутые, какое качество. Вроде отзывы хорошие. Вот видно даже эти. Его сделан динамик. Ну что, смотрим, что внутри у нас. Вот, смотрим, видим, аккуратненько запакован каждый наушник. Так, сейчас мы это все откроем. Видите, фирма. То есть не какой-то ноунейм. Вот тут видите тоже наклеечка сверху и дисплей. Так, смотрим, что за кнопки у нас тут. Play, вперед, назад и volume. Также вот тут мы имеем зарядку, AUX провод, микрофон тоже имеется. Кнопка для, если кто-то звонит, мы можем поднять. Так, длина. Длина, так они 18 сантиметров в длину, в принципе. Ну, так, вот такая, смотрите, как кожа рожа. А никакая, все так довольно неплохо вроде сделано. Так, что еще у нас в коробке? Ну, кроме бумаги. Кроме бумаги у нас тут инструкция, как всегда. Что можем делать? Operation. Ну вот, кому интересно. До 10 метров, если и стенки не мешают, 10 метров. Вот, можно еще карточку добавить тоже. Сюда положить. Вот, кстати, да. Видите, вот тут вот сбоку эта ТФ-карточка пихается. В комплекте нету. Вот, провод тоже. То есть прикол в них такой тоже, вот довольно длинный провод. Если не работает Bluetooth. Bluetooth, кстати, 5.0 на них можно сделать как. Наушники как с проводные сразу. Вот таким вот образом. Потому что есть аудиокабель. Ну и кабель зарядки, соответственно. Не самый короткий, кстати, что хорошо, обычно у них очень короткий. Так, нажимаем. Так, видим, есть сразу индикатор. Индикатор аккумулятора. Что надо подрубиться, например, к компьютеру. Смотрите, какие еще огоньки на нем есть, когда он Bluetooth ищет. Как видим, Sparkle. Надо, чтобы у нас тут Sparkle появился. Видите? Есть. И Connect. Ну вот, ребят, все. Все работает. То прикольно, смотрите, тоже у них как огни работают под бас. Чем громче, тем типа тоже больше сразу звучание. Так что, ребята, все работает. И также можем переключаться на радио. Вот эта кнопочка, нажимаем и держим, видите, включается радио. Звук у нас, видите, звук идет до тридцаточки. Видите, можете радио ловить без антенки, в нем встроенной, что прикольно. И потом также переходим, нажимаем, и переходит на Bluetooth. Также, как видим, когда будем подключать карточку, тут будет видно это. Card. AUX тоже. Все он показывает. Все показывает, вот, например, опс, включили, видите, он сразу реагирует, что это AUX mode. Чтобы принять звонок, нажимаем один раз кнопочку, и чтоб, как говорится, там перезвонить два раза можно вроде бы, но это когда подключен к телефону, эта функция работает. Ну и сейчас я его подрубил к зарядке, к компьютеру, видим, идет зарядка. Я вам быстро покажу,
как можно все радиостанции найти. Вот, переключаемся на FM и нажимаем вот один раз вот эту кнопочку, и он сам автоматически ищет все радиостанции и сохраняет вам. Очень удобно. Офигенная функция. Вот ищет. Как видите, много радиостанций сохранить может. Ну вот, и потом вы можете просто его переключаться таким образом мимо. Так что классная функция. Также видите, standby time 20 дней. То есть, если вообще не пользоваться, тогда держит 20 дней. 8 часов, если мы разговариваем по телефону. Ну и также даже больше, чем 8 часов, конечно, типа, ну, можем болтать. Ну, как и видите, все тут красочно-красочно описано. Но могу сказать, вот сколько я сейчас вот с вами вместе потестил, ну, и звук, и все остальное даже очень неплохой. Ну, и отзывы тоже хорошие, так что ссылку я оставлю в описании. Смотрите, если понравилось, можете заказать. Неплохие за эти деньги, но очень даже качественный продукт. Всем пока.